assalomu alaykum qadrli sport u sayti va uning barcha ijtimoiy tarmoqlardagi muxlislariga bugun dangar loyihasini navbatdagi sonini suratga olish jarayonida turibmiz suhbatdoshimiz ortda qolgan mavsumda uz tomonidan super liganing eng yaxshi murabbiyi deb e'tirof etilgan nefchi jamoasi ustozi vitaliy levchika bo'ladi assalomu alaykum vaalaykum assalom xuвсе хорошо agar tayyor bo'lsangiz suhbatni boshlaymiz

Ну, я благодарю, что вы как бы выделили, что они вообще проводят хороший сезон. Вот действительно команда после Юрия Вазгеновича переживала такую турбулентность, то были взлеты, то были падения, поэтому в этом отношении. Были какие-то проблемы, не было стабильности. Вот. Как в игре не было стабильности, так и в самом клубе не было стабильности. Вот. но Ситуация меняется, как говорят, вода течет, все меняется в этой жизни. Вот. Пришел э, губернатор, который очень любит футбол. Хайрло Хайбаевич Базоров, вот, который очень много внимания футболу уделяет вот, как в области, так и непосредственно футбольному клубу «Невчи». Вот живет его проблемами, знает все проблемы в клубе, поэтому я думаю, что с его ä, приходом, с его подходом ä, к работе вот, э, футбольный клуб «Невчи» начал возрождаться и потихоньку занимать те лидирующие позиции, которые у них были ä, в узбекском футболе. Пасаеш, mm -hmm. yeah. va aynan sizni <laughs> miolingizda bugun farg'onalik muxlislar kelajakka ishonch bilan qarayapti chunki juda judayam ko'plab e, kommentariyalarda yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'qiganimda neftchidan kim ketsa ketsin lekin levcчinka qolsin degan shu e, bir ma'nodagi so'zlar <laughs> juda ko'p xil formatda yangradi e, savol shundan iborat bir yarim yil ichida bu qadar e, farg'onani mehrini qozonishni siri nimada iloji işte, bo'lsa uchta Ну, я думаю, само отношение к футболу правильное, потому что есть система, да, ну, у каждого тренера своя, свой взгляд на футбол, есть свой подход к футболу, к своему ну, к тренировочному процессу, есть своя система подготовки. Я думаю, что мы, как бы правильно, подошли и соизмерили возможности футболистов, которые есть, да, какие у них есть возможности, какие у них есть качества, на которые нам стоит обратить внимание, и какой есть потенциал у футболистов. Я думаю, мы правильно оценили и в правильном направлении построили свою работу. То есть мы как бы сыграли на лучших качествах футболистов, вот, попытались развить эти качества, и я думаю, нам это удалось. И то, что болельщик вернулся на Трибуны, вот, это один из показателей нашей работы, качественной работы, то что э, футболисты стали понимать, э, что мы от них требуем, в какой футбол мы хотим играть, вот, и показывали качественный футбол. Поэтому болельщики пришел на стадион, ему, я думаю, как и специалистам нравилось качество футбола, плюс э, пошел в результат, поэтому где-то э, вот этот симбион, он получился э, хорошая игра, плюс э, болельщик пришел на футбол и стал снова поддерживать команду как былые времена neftchi haqida endi mavsum sarhisobiga o'tamiz ya'ni ortda qolgan mavsum haqidagi savollar bor edi sizga bir nechta birinchi navbatda so'ramoqchi bo'lganim neftchi hakamlik qurboni bo'ldi degan termin baribir ortda qolgan mavsumga yarlik bo'lib yopishib qoldi buni endi baribir yillar o'tib ham baribir shunaqa eslashadi bu fakt

ведете более точно. Ну, там имеете... минус 12 очков было. Ну, вот видите, вы можете мне говорить. Ну, я, я скажу так, что все живые люди, все ошибаются. Мы как бы никому э, и никого не обвиняем, что там предвзято, да, это получилось, или это в течение, с течением, ну, как бы ошибок каких-то. То есть, ну, ситуация так сложилась, что, э, да, допускались ошибки в игре с невчи. Ну, с не да. ну кого-то винить, я думаю, нету смысла. Вот, потому что надо всегда искать в себе какие-то проблемы и что мы не смогли сделать. А кого-то обвинять там, эти неправы, те неправы, те помешали. То есть это ну, удел, я думаю, слабых. Поэтому мы всегда разбираемся в себе, ищем свои ошибки, анализируем их и ну, делаем выводы, идем дальше. Ну понимаете, ты когда ты когда работаешь с профессиональной командой и на профессиональном уровне, если ты каждые ошибки, которые допускает там, да, ну, в игре, допускается в игре, если ты их будешь принимать очень близко к сердцу, то естественно ни одно сердце не выдержит. То есть оно, оно разорвется. Вот. Поэтому ты должен... Я еще раз говорю, мы анализируем все эти ситуации, вот, которые происходят. Ну, мы все живые люди. Да? Я вот всегда говорю и футболистам, говорю, вы ошибаетесь, потому что ну, где-то за счет не хватает опыта, где-то, может, не хватает каких-то ну, пониманий, как правильно тактически сыграть. Да? Я думаю, что арбитры тоже ошибаются. Они учатся на своих ошибках, есть кому разбирать эти ошибки, есть кому улучшать все моменты эти. Я думаю, что ну, это работа с живыми людьми, а живые люди всегда ошибаются. Поэтому обвинять кого-то я ну, вообще не собираюсь и не хочу это делать, потому что есть кому разбирать и кому эти моменты улучшать. Вот. А то, что у меня там на сердце осталось, я ну, быстро отпускай эти ситуации, потому что, если, еще раз говорю, ты будешь все воспринимать сердце, то ну, ты быстро сгоришь на этой работе, потому что она очень нервная, то есть очень много факторов влияет, зависит, и если ты будешь все через себя пропускать, ты очень быстро сгоришь. Надо быстро отпускать эти ситуации, анализировать и идти дальше. Поэтому ошибки, они будут. Футбол, он и состоит из ошибок какие-то ошибки допускают образно говоря футболисты какие-то ошибки допускает тренер какие-то ошибки допускают арбитры и из этого складывается результат футбол qanaqa ekanligini siz yaxshi bilib turasiz aytingchi mana shu hakamlikdagi xatolar jamoani o'yin tonusidan tushib qolishiga yoki ruhiy holati biroz pasayishiga sabab bo'ldimi bo'lmadimi yoi ular ham xuddi shunaqa qo'yib yuborishdimi bittadan давление оно всегда есть образно говоря Но мы находимся в таком регионе и работаем с такой командой которая все время была наверху то есть и все время есть давление есть давление от болельщиков да болельщики все время хотят чтобы их Команда выигрывала. Если ты где-то играешь, образно говоря, неудачно или в ничью, то это давление ощущается на команде, ощущается на тренере, ощущается, да, сейчас мир интернета, все пишут, все, как бы, выражают свои мысли какие-то, свои мнения, да, в пространстве. Футболисты же не закрыты, вот там Инстаграма, Фейсбука, да, Телеграма, везде всю информацию все читают. Поэтому давление всегда, всегда есть. Ну, просто еще раз говорю, если ты выбрал эту профессию, здесь ну, тебе нельзя быть очень каким-то сентиментальным. Ты должен делать правильные выводы. Выводы сделал правильно, проанализировал ситуацию, отпустил и идешь дальше. Если этого нет то есть такие вот футболисты, они, ну, как мнимые, да, называется. Вот когда он образно говоря допустил какую-то ошибку, он ковыряется в себе и это губит его карьеру. Да, он вот да. все время в себе ковыряется, что он сделал не так, как он сделал да, не так, почему. почему, да, из-за него там забили мяч, образно говоря, да, и он сгорает, и он не прогрессирует, и он останавливается в своем развитии. Также и тренеры, да, вот если они будут ковыряться все время там в себе, да, есть явные ошибки, которые на которые мы указываем которые мы разбираем и которые потом мы как бы работаем над этим чтобы их не допускать вот и все здесь надо отпускать ситуацию o'tgan mavsumda nefchi o'ninchi turgacha faqat yanvar oyligini olgan holda maydonga chiqqan va zo'r startni amalga oshirdi juda yam yaxshi boshladinglar buni siri nimada vaholanki yangi tuzilgan tarkib va barcha futbolchiga maosh yaxshi va'da qilib olib kelingan Тяжело действительно с психологической точки зрения, когда ты сам еще ну, был футболистом действующим, и когда э, есть какие-то э, нюансы, да, там задержки по зарплате. Тяжело, конечно, ну как футболисту играть, выходить играть. У тебя мысли другие, не о футболе. То есть э, ну, мы эти моменты тоже понимаем и благодаря коллективу, коллектив э, осознанный, да, вот мы постоянно общаемся, то есть э, с ребятами, постоянно убеждаем их, что ваши там зарплаты, да, ваши там условия по контракту, они все равно будут выполняться, то есть э, здесь нет вариантов, что вас кто-то обманет. То есть, да, есть какие-то задержки, есть какие-то там экономические проблемы, э, но эти все вопросы будут решаться. Плюс еще, ну я вот повторил, да, что э, большую как бы и моральную поддержку вот оказывал Хаким области. Он тоже как бы приходил, э, общался с ребятами, объяснял им, что есть какие-то нюансы, есть какие-то э, проблемы в, в области, но то, что как бы мы вам обещали, то все вы получите. То есть, но ну, мы пока на сегодняшний день ни одного футболиста не обманули. То, что было, футболисты свое все получили, вот, и дай бог оно так и будет. Поэтому все зависит от главного руководителя, который э, переживает э, за футбол, да, за развитие футбола, вот, и который болеет этим же футболом, как и мои тренеры, футболисты и весь обслуживающий персонал. Хоп, диктатор, Футбол, что это масло сахалидиган, мурабила, учте буль, скайсы бараге красиво. Хорошо, но я придерживаюсь такой позиции. Я могу где-то жестко с футболистами поговорить, где-то могу чисто по-человечески с футболистами поговорить, на любую тему, там, на профессиональную тему, то что касается футбола или по каким-то бытовым моментам, который есть у футболиста, я с ними тоже могу повторить, ну, поговорить и понять их, да. Но когда футболисты переходят какую-то грань, да, черту какую-то, то я могу быть жестким и могу ну, как бы провести эту черту, или как бы футболист останется в команде, или нет. То есть здесь... У меня нет диктаторских каких-то ну, амбиций, да, что я вот, вот так, как я сказал, я диктую, то есть и так оно должно быть. Нет, то есть здесь все зависит от ситуации. А, образно говоря, вот даже я корректировал и планы подготовки, да, вот есть какой-то план, мы уже заранее его а, обговорили, мы его уже, уже заранее как бы планируем воплотить в жизнь, да? Ну команда удачно сыграла, то есть просит там два дня выходных, да. И я иду на это, потому что я понимаю, что ребята в игре отдали очень много сил, им надо восстановиться, им надо как бы побыть в семьях, да, и э, вот это вот все переварить. И они придут через два дня, с более э, с таким, ну, как бы желанием работать, да? чем я дам, образно говоря, один выходной и опять их буду грузить, опять их буду как бы разбирать игры, да, психологически грузить. То есть тут нужна какая-то ну, гибкая система, да, или гибкий подход к футболистам, потому что мы работаем с живыми людьми, а живые люди это не роботы, что ты вот захотел вот так, оно должно быть так. Хоп, мы буса воле бекар бергенем йок, ин буса вола ортеден, мэм чу м. Ждем хохлардун шу хакада ачо жаб бершиз. Хоп, то мы табатадз. Кандай калб жаман килдэ, ва кандай калб кети ну, смотрите, потом это Батадзе, да, мы его взяли, футболист имеет какой-то свой характер, да, попадает. С характером, ну, парень. с характером, да, есть характер, да, попадает, ну, как иностранец, да, попадает в новую среду, естественно, есть момент адаптации, да, здесь не секрет, если, ну, образно говоря... Я здесь родился, да, я знаю как бы менталитет людей, я знаю э, традиции, да, я знаю кухню у людей, да. Когда футболисты попадают в новый, там, с другой, образно говоря, страны, да, для них это все немножко, ну, как бы есть новинку, и им надо привыкнуть. То есть здесь один момент, вот этот момент. Ну, второй момент... Э ну, мы стремимся быть идеальным клубом да, во всех отношениях. То есть там инфраструктура должна быть, подход к футболистам. Да, мы ну, как бы стремимся, чтобы футболисты себя чувствовали комфортно. Да. Ну, в каждой команде есть какие-то трудности. Да, то есть какие-то бытовые может трудности быть. Какие-то, вот, как вы сказали, там, задержки по зарплате может быть. Да. Не каждый футболист это может адекватно ну, воспринимать. Да. Может вот эта ситуация сыграла. То, что касается в коллективе, то в коллективе была доброжелательная атмосфера. К нему отношение, как к футболисту, было профессиональное с нашей стороны, со стороны ребят, вот. ну, может быть, вот где-то вот эта ситуация повлияла на него, да, и он уже начал в конце первого круга уже начал говорить, что вот ему это не нравится, то не нравится, да, как бы это не устраивает, то есть, ну, опять же, мы в индивидуальной беседе мы объясняли Тома, что ну, все будет там, и как бы профессионал, клуб тоже профессионально к тебе относится, да, все эти моменты, они все равно все решатся. Ну, может быть, тут подоспело, как говорят, да, вот в футболе такое предложение, которое ему там скружило голову, и он говорит, я вот, ну не хочу я, да? я говорю, ну, если ты не хочешь у нас играть, но ну, мы же не будем тебя держать насильно. Ты профессиональный футболист, мы как бы к тебе профессионально относимся. Есть контракт, есть пункты в контракте, ты их подписывал, там стоит определенная сумма. То есть клуб, который тебя хочет, ты можешь э, заплатить заплатить насчет клуба, забрать свой контракт, выкупить, да, и пойти играть там, где ты хочешь. Все, на этом как бы решили, вопрос закрыли. Сыз жидаем рейджали sizni rejalaringizni mavsumni o'rtasida bunaqa buzilib ketishi baribir hujum chizig'ida keyinchalik muammolar yuzaga kelishiga sabab bo'ldi ya'ni tabadadzeni o'rnini to'ldirish uchun sizda seleksiya qilishga yoki boshqa variantlarni ko'rishga vaqt ham yo'q edi chunki mavsum qizigan payt edi sizda shunchaki legionerlarni ko'rishga vaqt yo'q edi Каждому надо табатадзе беру мы Не, ну оно всегда влияет. Во-первых, смотрите, табатадзе прошел с нами зимние сборы, он был уже в тонусе, он уже знал требования, которые мы предъявляем команде, да, он уже был адаптирован к нагрузкам тем, которые мы даем команде, да. Здесь вот эти моменты, они, конечно, надо их учитывать, вот. Плюс он уже провел первый круг практически, да, половину сезона провел. То есть он уже к узбекскому чемпионату адаптировался. То есть, естественно, терять футболиста в разгар сезона, но это тяжело и неправильно, да, будет, можно так сказать. Вот. и поэтому у нас, Плюс, я не Да, плюс... Плюс подобрать на эту позицию быстро и попасть по селекции тоже тяжело. Потому что, ну, давайте я не буду скрывать, да, пришли футболисты, но ну, они не адаптированы, во-первых, к этому климату были. Они пришли в межсезонье, когда здесь была жара, да, то есть они да. были не адаптированы. Раз. Плюс физическое состояние их оставляло желать лучше, это два. То есть плюс надо было им понять, в какой футбол мы играем, это три. То есть плюс надо было найти общий язык с футболистами с местными футболистами, это еще одна проблема. То есть, когда вот такие вещи происходят, они, конечно, влияют на команду, влияют на результат. Вот, поэтому желательно в дальнейшем, чтобы таких вещей не было у нас. Потому что, когда ты готовишься, уже наиграл какого-то футболиста, и он посреди сезона уходит, то, естественно, это сказывается на команде. siz matbuotarumaida bizni chempion bo'lmasligimizni istayotganlar bor deb aytib o'tdingiz va buni eshitgan to'qson foiz odam gap navbahor haqida ketyapti deb o'yladi shuni ochiqlab bera olasizmi adashmasam keyin jarimaga ham tortildiniz shu so'zlaringiz uchun постараюсь ответить откровенно да вот смотрите за чемпионство, ну или за призовые места боролись три команды, да, э, не три команды, а пять команд, да. пять команд, да, да. да, да вот, да. и я имел в виду вот эти вот пять команд, что, как бы, когда у меня вот один вопрос провокационный, да, задают, второй вопрос провокационный задают, и ты уже, ну, как бы, от одного ушел вопрос, да, тебе еще один, да, а тут ты, как бы... Это, кстати, была пресс-конференция после игры с Буниткором. Да. Вот, когда у тебя еще ну, нет положительного результата, то есть каждый тренер по-разному да, воспринимает. То есть... И ты сидишь, вроде от одного вопроса там, ушел, Аккуратно. да, от провокационного. Но тут тебе еще задали еще. И ты как бы сидишь, и у тебя, ну, люди, ж, журналисты, не знают, что у тебя внутри происходит, да, они как бы задают вопрос, который их интересует. Сейчас в тренде задавать провокационный да, вопрос. Да, и ты, и ты пытаешься отвечать. Да? Ну, то, что я имел в виду, да, я имел в виду, что почему ну, нас сняли, да. То есть есть пять команд, которые конкурируют между собой. И вот эти пять, пять команд ты одну игру выиграл, да, ты поднялся, то есть игру проиграл, ты уже опустился, в ничью сыграл, ты там можешь остаться на том же месте. Да. И я имел в виду, что вот эти вот пять команд, которые борются между собой, они как бы конкурируют между собой. Вот. И вот эти вот моменты я имел в виду. Я не имел в виду, что там нас Бабаян снял с пробега, да, или Шацких нас с пробега там снял, или еще кто-то. Да. Я вообще эти моменты не имел. То есть, я же не сказал, вот нас там снял такой-то, такой-то, да, или такой-то, такой-то, да. То есть все команды, они между собой конкурируют. То есть это жесткая конкуренция в футбол. То есть здесь э, как бы, ну, слабое мне место, да, будем давайте, так, будем так, так я, говорить. давайте я вам да. дабл вопрос задаю. Вы осознали, в тот момент, что вы сказали тогда, или после пресс-конференции хоть думали, что не то вот это слово сказал? После, когда ты уже, ну, успокоился, проанализировал, да, да. и, ну, ты не мог, я образно говорю, да, я не мог, ну, не мог предвидеть, какая реакция будет, да, то есть, какая реакция? Не будет. ожидали такого реакции? Ну, тренер, понимаете, он же, он тоже человек. Понимаете, он же тоже, у него тоже есть эмоции, есть отрицательные эмоции, есть положительные эмоции. Да? То есть он как бы ведет себя иногда, когда ты в таком стрессе находишься, ты можешь какое-то слово сказать неаккуратно, за которое зацепятся, да, и которое потом начнут как бы раздувать, и из этого получится большой такой, ну, как бы или скандал, или положительный момент, да? никто не знает. Поэтому я не ожидал такой реакции. Просто то, что я имел в виду, оно как-то импровизировалось немножко по-другому, да. И как будто я на кого-то там намекаю, да. да. И, поэтому, и поэтому вот такая реакция пошла. Ну, еще раз говорю, то есть вот вы же говорите, я же вам говорю, да, штрафы никто не отменял. Есть как бы федерация, да, есть когда-то, вызвали, ты мне вот задали, вот вы вот эти вот эти высказывания сказали, что вы имели в виду. Я тоже самое, вот с вами сижу, объясняю то же самое, что я имел в виду. Как, какова была у них реакция? Да, ну у них была реакция, ну что, ну если тренер так как бы сказал, такой резонанс пошел, то есть приняли решение оштрафовать тренера. То есть это нормальная ситуация. Я дизде больше, то что иногда партнер жена сустан казане меня галабедан кин, сиз где мен мадботанж мен сол бирганедем, нефти жена сиз чемпионы гучун кураша аладем дебсора ганемде, жабир keyin yana bir marta o'rnimdan turib hech bo'lmasa kuchli uchlikda bo'lishga harakat qiladi deb ayta olasizmi desam yana yo'q degansiz buni sababi nima jamoangizga ishonmaganmisiz yoki qanaqadir ortiqcha bosimdan ehtiyot qilmoqchimidingiz nech понимаете в чем дело вот когда ты кричишь на каждом там шагу да на каждом углу что ты там будешь бороться там за те места за эти места за другие места да то ты уже создаешь искусственный ажиотаж какой-то, да. Есть слова, есть дело. Вот они как бы... Э, отличаются. Отличаются, да. Кто-то может говорить, но не делать, да. А есть кто-то молча, да, он делает, и у него есть результат, и он спокойно идет к своей цели. То есть, э, ну, я, наверное, отношусь к, э, к такому типу людей, которые не любят много говорить и любят э, работать, и вот своей работой показывать, что мы на какие-то места претендуем, да, то есть вот как бы что я хочу сказать. Я не хочу кричать на каждом углу, вот там у нас задача чемпиона и мы будем ходить за кричать задачу чемпиона, то есть вот и все. То есть мы своей работой должны показать э, свой уровень, э, свой уровень на какие места мы претендуем. Mm -hmm. ortda qolgan mavsum davomida neftchi anchagacha anchagacha yengilmasdan bordi hech kim farg'onaliklarni yenga olmadi va juda muhim pallada finishga yaqinlashganda va birinchi o'rin ko'rinib turgan paytda qarshidagi mag'lubiyat neftchini qanaqadir o'yinini sochilib ketishiga sabab bo'lgandek tuyuldi tashqarida ho'p ichkaridan nima bo'ldi если мы говорим откровенно да ну смотрите вот В футболе говорят все как бы, методы и все средства хороши, да? В ну, если... боях? Ну, не только в боях, говорят и за как бы, пределами, да, вот там поле, да. Ну. Вот элементарно, да, вот команда приезжает на тренировку, да, и не включает свет. Как в этой ситуации по тренеру поступать? Мы об этом писали. Ну, я просто вот вам вопрос задаю, да. То есть mm -hmm. уже какие-то начинаются вот э, Хоть у одной команды были вопросы, вот когда приезжают к Невчи, там поле не дали, свет не включили, там, поле не полили перед тренировкой, если э, команда и тренер просят, да? не было что такого, ну, mm -hmm. то есть нет, да. А тут, как бы, такие вот, ну, они, на них можно закрывать глаза, а можно, как бы, обращать внимание, да, то есть это от ну, тренера, да, зависит, там, раздувает он эту ситуацию, не раздувает эту ситуацию, да. Ну, мы как бы попытались не раздувать эту ситуацию. Да, естественно, э, психологически, как бы, э, это, ну, ответственность давит на ребят. И опять здесь вот нужны такие футболисты, которые в этой ситуации уже были, и они переживали эту ситуацию, и они уже знают дорогу наверх, да, куда, что, надо да делать? что надо делать, да. А когда у тебя, ну, команда, э, как бы, молодая, да, или команда, не, не, решала, не решала такие задачи, да, как бы серьезные задачи, да. И тебе в этой ситуации э, надо найти вот какие-то рычаги управления, чтобы ну, ребята сами в себя верили, да, что они могут достичь вот этих поставленных целей, да. И ну, мы вот с такой ситуацией ну, столкнулись, да. И постоянно ребятам говорили, что они могут, что они ничем не хуже, ну, наших конкурентов, да, что они могут играть в футбол, что они могут обыгрывать эти команды, у которых более сильные составы, да. Но тут надо понимать за счет чего ты можешь это делать, за счет чего, за счет организации игры, да, за счет э, правильно выбранной тактики на игру, да. То есть вот все эти моменты они, конечно, влияют на качество игры. Ну и вот повторюсь, что не каждый футболист может с этим давлением справиться, когда тебе постоянно нужен результат, когда тебе постоянно нужен выигрыш, да, когда ты э, и с футболистами разговариваешь, но я так пытаюсь футболистов успокоить, потому что когда ты в более, э, такой обстановке находишься, и ты еще начинаешь нагнетать, то не каждый футболист может э, справиться да, с этим давлением и с этой ответственностью. <с qarshidagi o'yinda o'yindan oldin man bir yil avvalgi holatni eslatmoqchi edim aynan siz boshqaruvingizda neftchi nasafni chempionlik poygasidan surib chiqarib yuborgan edi va oradan bir yil o'tib qarshi qarshida nasaf neftchidan chempionlik poygasida neftchini chiqarib yuborib revanch olgandek tuyuldi farg'onadan qashqadaryoga kelayotganingizda o'sha mag'lubiyat alamini hali nasaf unutmagan deb hayolinizdan o'tqazganmidingiz yoi juda sovuqqonlik bilan qabl qildngizmi unutganmidniz birinchi o'yinni qarshiligi ну я не могу говорить я сам по себе по натуре да я ну у меня нет такого взял реванш или не взял реванш есть каждая игра в которой ты должен брать образно говоря три очка да и двигаться дальше все так просто что ли все так просто ну опять вы вот начинаете Говорить мне, да, вот там реванш, такие слова какие-то громкие, да. То есть футбол он ну, проще. То есть есть игра конкретная игра, к ней конкретно готовиться, есть цель и задача, да, эту игру выиграть. Угу. То есть у нас была такая цель, задача выиграть образно говоря в Корши. да. Ну вы вот сейчас упоминаете тот год, когда Корши боролся за чемпионство и в нашей с ним противостояние, да, мы одержали победу. Да, там была сложная игра. Ну вот я вам то, что и говорю, то, что есть давление на футболистов. Да, там было большое давление на футболистов Корши. В последнем игре? Пред, не, ну предпоследней. Они последнюю крайнюю игру, они играли с Олимпиком. То есть вот я вам о чем говорю, о психологии, да, вот как футболисты могут справляться или не могут. То есть у Корши отличная команда. То есть она по праву претендует на высокие места и занимает эти высокие места. Поэтому вот где-то футболисты не справились с волнением там или с давлением, да, они нам уступили и потом у них пошло как бы все наоборот. Да. Но до этого еще была игра в Фергане, когда мы обыграли 2-1 команду, да, тоже хорошую команду, хорошая была игра. И мы ехали туда, ну, то есть мы ехали и ожидали, что будет очень сложная игра. Потому что по потенциалу «Карши» очень ну, хорошая команда. Очень хорошая команда. Плюс они э, играют в конвенционный футбол. Да, они ну, там, не просто там, играют в какой-то примитивный футбол, там создают давление, там бегут, бьются. и беги всё, Да. То есть у них нет этого. У них э, конвенционный футбол, с ними приятно играть в футбол. Вот, они дают играть в футбол. Тебе вот ты даешь как бы играть в футбол и получается очень интересные игры. Да, Карше одержал победу, я ну, поздравляю. Там никаких вопросов нет. Да, то есть у нас были какие-то там э, моменты, но это уже чисто профессионально по игре, да. Есть какие-то претензии к своим футболистам, но это чисто по игре. qarshi hujumga tayangan klassik ikkinchi raqamda o'ynashni yaxshi ko'rsangiz berdiyev ko'proq mobilroq jamoa tuzgan holatda to'p nazoratiga suyangan holda dominant futbol o'ynashni yaxshi ko'radi va ikkalanglar o'rtanglardagi to'qnashuvlar so'nggi o'yinlarda masalan farg'onadag ikkiyu bir yoki qarshidagi so'nggi o'yin bu haqiqiy klassika bo'ldi taktik tomondan murabbiylar o'rtasida man anchadan beri super ligada bunaqa bir necha bor o'yinni o'zgartirib yubordinglar farg'onada ham uchta to'rtta marta o'yin o'zgardi qarshida ham bir uchta to'rt marta o'yinni harakati vektori o'zgarib ketdi ya'ni aytmoqchimanki berdiyev va levchenko o'rtasidagi klassik taktik qarama qarshilikni guvohiga aylanishimiz mumkinmi bu buyog'iga ham ya'ni bu qanaqadir siz uchun oddiy o'yindan balandroq narsami yoki oddiy o'yinmi если в чемпионате будет э, как можно таких больше игр э, которые вот э, действительно интенсивные действительно с тактической точки зрения интересные, да? две разные тактики, одна атакующая, образно говоря, да? вторая там более от обороны играет. Но мы не можем играть в открытый футбол, если против нас играет команда, образно говоря, в атакующий футбол с хорошим подбором футболистов, классных футболистов, да. Мы же не можем в их футбол играть, потому что мы раскроемся и мы не достигнем положительного результата. Мы должны придумать так, как такую тактику, да, которая будет нивелировать их атакующий потенциал и приносить нам пользу, да, и нам как бы выгодно играть в этой тактике. Поэтому мы исходим от соперника. Но тем не менее, я повторюсь, что э, Насав – это самая играющая, на мой взгляд, да, по моему там, мнению, да, сам. самая играющая команда в чемпионате Узбекистана. Самая такая яркая, да, комбинационная. То есть когда меня спрашивают журналисты, вот какого тренера мы могли бы отметить, да, я всегда отмечаю э, Ризыгола Бердея. Ну, как бы у нас там не проходили на поле какие-то между собой игры, да, но я всегда отмечаю. Почему? Потому что э, ну, действительно видно почерк, да, вид действительно виден рисунок игры. То есть я на эти моменты тоже обращаю внимание. Постановка игры, да, за счет чего команда играет. За счет чего они могут атаковать так комбинационно, да, как... Ну, есть или нет? Нет, я считаю, что ну, со всеми командами, все команды, да, показывают свой хороший футбол и с каждой командой надо играть. Чем больше будет таких игр, тем чемпионат Узбекистана будет расти и будет интересен. Окей, все. qarshidagi o'yindan keyin matbuot anjumanida sizga juda judayam ko'plab provokatsion savollar berishdi yodingizda bo'lsa va o'sha vaziyatni to'liq eslasangiz va javoblaringiz va hech kimdan xafa bo'lmadingizmi ну будем так говорить это один из элементов футбола да вот вот такие вот и вопросы да и понятно журналисты местные да то есь они болеют за свой клуб понятное дело да понятное дело что Они как бы задают такие вопросы, почему там, если команда ну хорошо сыграла, они могут там вопросы эти не задавать, да, если команда где-то э, не с таким результатом сыграла, как их устраивает, да, то они могут какие-то вопросы задавать. Поэтому, ну я считаю это наша часть как бы нашей профессии, и ты должен быть к этому готов и от таких провокационных вопросов уходить просто красиво. И... Да, вы умеете это. Стараемся, стараемся. ishlab <Nefçedishlapp> turgan paytingizda endi sport sportiga ma'lum bo'lishicha sizga tojikiston terma jamoasini taklif qilishgan boshqarishni va katta musobaqa oldida turgan tojikiston osiyo kubogida ishtirok etisha katta musobaqa aslida va nima uchun tojikiston terma jamoasi boshqaruvini qabul qilmadingiz bu neftchiga bo'lgan muhabbatmi yoki rejalaringiz neftchi bilan bog'liqmi Ну, во-первых, это было предложение между кругами, да, между первым кругом и вторым кругом. Вот в этой паузе. Ну, это так... было бы, ну, с моей стороны неправильно бросить команду и уйти, ну, как бы работать ну, друг, в Дагестане тоже ждали у вас очень. Ну, э, да, да, э, как бы были такие моменты, ну, когда вот у вас складывается какие-то, ну, отношения с вашим руководителем, да? Угу. Вот я пришел к своему руководителю и говорю, вот есть вот такой вот вариант. Вот так, так, так. То есть чисто откровенно, да? Ну, мы посидели, поговорили и пришли к выводу, что, ну, не стоит принимать этот вариант. Стоит продолжить работу. То есть я, ну, человек слова. Если я дал слово, то я пытаюсь его держать. То есть для меня это, ну, самое, как бы, важное. Поэтому и до этого вот было ну, много предложений. Но опять же, я общаюсь с руководителем, я ему даю, ну, он меня спросил, что ты хочешь. Я говорю, ну, я хочу вот расти, хочу. Это... Да. То есть, все, мы дали друг другу слово, пожали руки, и для меня этого достаточно. Для меня там подпись в контракте, она ну, уже второстепенная. То есть, вот такое вот. То есть, если ты работаешь, если у тебя есть. Доверие со стороны руководителя, я считаю, что это самое ну, ценное, что может быть в твоей работе. Второй футболист играет, у него желание играть в клубе. Второе это дисциплина, как в быту, так и на футбольном поле. И третье это человеческие качества. Если их нет, то тяжело с футболистом работать узбек Ну я думаю, все равно больше идет в сторону справедливости, потому что футбол в Узбекистане развивается очень большими темпами. То есть это, если взять э, инфраструктуру, да, ну то есть отличная инфраструктура. Если взять э, само отношение к футболу, да, оно сейчас развернулось э, в пользу футбола. То есть если вы посмотрите Команда Узбекистана выходит на чемпионат мира, играет там, да, юношеские команды выигрывают. Да. Здесь у нас в Узбекистане проходил чемпионат, То есть отлично, как бы по результатам видно, что футбол в Узбекистане развивается большими, очень высокими темпами. Вот. Плюс отношение высш... ну, высокого руководства, да, будем говорить так, президента страны к футболу, оно сейчас, как бы, ну самое благоприятное. Да? Плюс федерация, ПФЛ, они все делают для того, для развития футбола в Узбекистане. Плюс строят базу для сборных команд Узбекистана. Да? То есть, если посмотреть со всех сторон, то минусов больше, чем плюсов. Вот. Ну, есть, конечно, минусы, вы сами знаете, да, но я думаю, что все эти минусы, они... Ну, сколько процентов здесь есть? Минусов? Да. Ну вот я не хочу говорить там про какие-то другие страны, но здесь очень много плюсов, очень много плюсов. Ну, мы вот узнали, про, мы узнали сейчас у нас ну. очень много плюсов, мы до этого знали, но а минус? Если что-то развивать, что-то строить, да, нужна стабильность, и это одна из составляющих э, футбола, когда футболист знает, что он отработал, да, что он отыграл какую-то игру, выиграл то он должен понимать, что вот пришло какое-то число и он стабильно это все получит. Да? Тогда у, как бы не будет э, вот этих вот э, шероховатостей, можем так говорить, да? э, в общении, да, в настроении футболистов. То есть они будут понимать, что есть стабильность, они понимают, что пришло число, они все, то, что они заработали, они все вовремя как бы в это число получат. Вот это вот хотелось, чтобы было хотелось бы больше в развитии, чтобы ну, уделяли детям академиям, да, потому что э, где-то есть хорошая академия, вот как Буниткор, да? как там Пахтакор, может, как Корши, вот, да, действительно есть, и есть хорошие ребята выходят оттуда, да. Но не во всех, я так понимаю, областях есть вот такие академии с условиями, с, хорошими, с хорошей инфраструктурой, с хорошей, с хорошей поставленной работой, поэтому хотелось бы где-то в этом отношении тоже улучшение, чтобы как бы, каждый регион, каждая область имела хорошую академию и дети не шли, например, на улицу, да, а занимались футболом и из них получались хорошие футболисты. Тогда это создать еще более такую сильную конкуренцию внутри и чемпионата, и на международной арене будет результат. Поэтому в этом отношении хотелось, вот, более такого качественного, да. Виталий Левченко, версия СЕКОРА, однодневный, узбекстанный, устроен в футболчики. Ну, Шумур раз, самый молодой обоевц Файзулаев два, и сейчас в Пахтакоре зажгла звездочка, которая вот сейчас пиарит, пишет, что его хочет Ростов, да. Вот это, Диор Халматов. Да, Диор Халматов, Вот, кстати, его отец в футбол тоже играл, да, на хорошем уровне. Легенда момент, да, был у них ну, Вот, и еще является гражданином Таджикистана, да. и там и, играл. И, там играл, да, за сборную. Поэтому, на мой взгляд, вот три футболиста, которые... Два молодых футболиста, да, которым есть еще что доказывать, есть куда стремиться и, и с огромной перспективой. Да. И один опытный футболист, можно так сказать, уже да, играющий в Европе, который, я считаю, не достиг своего максимума и не показал тот потенциал, не раскрыл тот потенциал, который у него есть. Поэтому, думаю, ему тоже есть куда стремиться и есть что доказывать. Okay.

не буду называть эту фамилию. Давайте. А кто? Не, не, буду называть эту фамилию, но как бы мне вот импонирует тоже вот его работа. Это Бошкович. Тоже вот с Агдианой, Я думаю, что он тоже будет показывать неплохие стабильные результаты. Суперлига, да? Сознахайран Холдерген, что Лигионеры. Ну, Хибай, Раз. Ну. Не имели. Два. Вот. Ну и лучший бомбардир уже сколько сезонов он здесь играет. Уже как вечно идет. Он уже, да, как вечность, наверное, вот. Он играл в Насафе. Сейчас играет в Пахтакоре, да, Драгончера. И в следующем году тоже будет играть за Пахтакор? Ну, дай Бог, чтобы он выполнил и ту планку, которую он поднял, вот, в чемпионате Узбекистана. Сколько он лет уже здесь становится лучшим бомбардиром в чемпионате. Пятый, пятый, видите, но он как этот, как Месси получает золотые мячи, так он становится лучшим командиром в чемпионате Узбекистана. Ну, я считаю, вот эти вот три футболиста okay. качественные. Uh -huh. Uh -huh. Если я сейчас скажу, то начнется какой-то ажиотаж. Не, без ажиотажа Дангала не будет. Давайте так. Выберите одного. Я выбрал. Немели. hop uh, har kuni uyingizdan nima bilan chiqib ketasiz Be без чашки кофе okay garderobingizdagi eng muhim narsa спортивная удобная одежда sizni eng ko'p uh, ta'sirlantirgan inson diego maradona siz uchun uh, yoshlarga o'rnak kim antonio конt tanishishni judayam istagan uchta eng mashhur shaxs я бы хотел с месси пообщаться я бы хотел с роналдо пообщаться вот и я бы хотел с легендарным нашим футболистом советским да футболистом пообщаться это с олегом блухиным посидеть пообщаться просто agar messi va ronaldo bilan bir paytda bir joyda ko'rishish imkoniyati bo'lsa qaysi birini tanlagan bo'lardingiz qaysi biri bilan suhbatlashgan bo'lardiz Ну, наверное, бы с Рональда. Шукуги кадар с статикурга инг шарин таун? Плов, шурпа и манты. Орзуин вздеги машина? Ну, БМВ. Модель 745. Бора ли гинезны и сетерге инг якон хатары? Ну, это когда ты, наверное, начал только играть в футбол. Вот, когда ты пришел и первый раз ударил по мячу. Вот это самое яркое. Фарганы, что соус блян тарфлен? Это очень комфортный, очень зеленый и очень гостепри... гостеприимный город. Скромность, рассудительность и порядочность. Вспыльчивость, лень бывает. Бывает? Да, бывает. Вот. И хотелось бы лучше разбираться в людях. Не всегда разбираюсь в людях. Это от моей мамы, которая подарила мне жизнь. Это самый крутой подарок. Ну, больше всего я боюсь предательства. Ну, слухов много ходит. Ну, Самый странный? Самый странный? Ну, не знаю, самый странный, наверное... Последний вот только услышал, что Левченко работает только с одним агентом. С одним агентом? Только с одним агентом. Да. Ну, я считаю, что с одним агентом ты не создашь э, команду, которая будет бороться за высокие места. <acher> <necessary> ну, это потеря близких. Ну, no well, я думаю, они еще впереди. А еще впереди? Эти предложения. Ну, у меня такие принципы в жизни, что если жизнь преподносит тебе какие-то сюрпризы, какие-то уроки, то ты должен их пройти с достоинством и счастьем. Счастье – это когда все родные, близкие, здоровые, и когда они все живы рядом с тобой. А бады, я сейчас не Нет, мы все временно на этом свете. Вот. После нас живет только наше имя и наши поступки, то, что будут говорить люди. Кучу ли Правде. Если ты прав, то ты всегда силен. vitaliy levchenkoga so'nggi so'z o'rnida bir iltimos bilan murojaat qilamiz super ligadagi joriy mavsumda o'zlari ko'rgan eng yaxshi futbolchilardan iborat ramziy jamoani tuz berishlarini so'radik vitaliy levchenko versiyasiga ko'ra super liganing yil ramziy jamoasini ko'rib chiqamiz давайте вратарь э, ну я считаю что самый яркий э сезон провёл как бы и за сборную и в клубе это уткир сув юсупов вот я бы его поставил в ворота Mm -hmm. Вот. Э, справа э, я бы отдал предпочтение Али Угу. Пахтаков. Mm -hmm. вот, mm -hmm. да, слева я бы отдал предпочтение, э, которое перешел от нас. У Марат Хамзада. У Марат вот, Два центральных защитника. Я бы, э, ну, наверное, по моему мнению, да, или по мнению э, как бы узбекской прессы, кто сам выделяется, да, это футболист, который уехал сейчас в Малайзию. Умар Эшмуродов. да, это первый футболист, ну, первый защитник, который как бы обладает хорошими очень качественно, да, в футболе первым пасом обладает, вот, хорошо читает игру, то есть я бы его поставил, да, на, mm. на эту позицию, вот. На вторую позицию я бы поставил своего футболиста, который играет у нас в команде, да, Анвара Гафурова. То есть я бы поставил его. То mm -hmm. есть этот футболист тоже как бы обладает хорошими качествами. Он видит поле, может наладить комбинационную игру, тоже владеет первым пасом. Один минус у него это рост. Да? если бы он был чуть выше ростом, то это по потенциалу хороший футболист для хорошей команды. Mm -hmm. Полз да, полузащитник. Сюда, в середину, как мы уже говорили, да, я бы поставил Хамрабекова. Модер Хамрабеков. Да. В середину я бы еще поставил в тройку, сюда же, да. Но если мы говорим о системе 4-3-3 Акмаля Халматова, да. не Диора Халматова. Диора Халматова и чемпионата России, который перешел у нас Абоса сюда, я бы их в середину поставил. Ну вот и впереди, нападение. впереди. Ну, самый яркий у нас э, сезон провел только провели только легионеры, да. То есть я бы в середину поставил центральный нападающего Немелию. Вот э, сюда э, с фланга э, я бы поставил, наверное, э, ну Черен, он как бы не очень вот в этой позиции будет смотреться да, ну я бы его поставил за, за только потому, потому что у него есть чувство гола, он может э, чувствовать момент, mm -hmm. да, находиться в нужной точке и реализовать этот момент, mm -hmm. вот, э, хотя он уже не дает такого движения, которое э, как бы от него требуется, да, вот. И сюда э, более как бы э, левее, да, я бы поставил, наверное, скорее всего, что мы что стал Урунов? ну в принципе вы как бы поймали меня на вот этой, на этой мысли на этой фамилии да он тоже очень ярко играет в атаку вот и очень ну, так вот неординарно и очень ярко провел этот сезон в лиге чемпионов то есть за счет его индивидуальных качеств команда Навбахор набрала нужное количество очков в Лиге Чемпионов. То есть вот эту бы команду я бы, как бы может быть, выбрал, да, если бы был, была такая возможность у меня, да, и были бы в моем расположении такие футболисты, то я бы, наверное, как тренер получил истинное удовольствие от работы с этим футболистом. Окей, Рахмат Каткан. Впечатления, что у них, сонгусо заурнаде спортс су сайте, воно трек в Ну, болельщикам я хочу передать, чтобы они также посещали матчи чемпионата Узбекистана, также поддерживали горячо свои команды. Вот, и я думаю, что в этом году чемпионат Узбекистана будет более интересный, вот, и более зрелищным я этого хочу и хочу, чтобы как можно больше команд боролось за призовые места, чтобы чемпионат был яркий, очень много было бы борьбы, интриги, да, и болельщики получили истинное наслаждение от проведенного чемпионата. Рахмат Коттакон, спасибо за все. Спасибо.